Долго запрягают, да быстро едут. Эти слова точно описывают ход игровой программы. Поначалу взрослые оставались в сторонке, в то время как их дети уже начали веселиться вместе со сказочными персонажами. Однако спустя некоторое время, наблюдая за счастливыми лицами ребятишек, родители присоединились к танцам и конкурсам. Такие праздники сплочают, семью, детей развлекают очень интересно. Учат добру. Русские народные такие, мы вспоминаем, забавы, игры. Разнообразие конкурсов не давало замерзнуть участникам праздников. В командах дети наряжали на скорость елки, скакали на конях и умело пользовались хоккейной клюшкой. Веселый хоровод и забавные танцы с легкостью увлекли каждого пришедшего. В тот день одними из самых активных были Дарья и ее сын Тимофей. Мальчику понравился весь праздник в целом, а для мамы куда важнее была радость собственного ребенка. Все очень хорошо, все продумано, все организовано, очень все замечательно. Нам очень нравится, участвуем во всех конкурсах и стараемся победить. Развлечения обрадовали всех гостей мероприятия, однако главная задача организаторов праздника заключалась в объединении жителей микрорайона. Когда мы приезжаем, мы говорим, кто друг друга знает, да, у нас с этого начиналась программа, кто знает тех, кто рядом с тобой в хороводе, не знает никто. Наша задача, как у Гены и Чебурашки, передружить, да, вот мы тоже надеемся, что на нашем празднике будет положено начало дружбы, дружбы семей, детей, и они будут играть, гулять и расти вместе дальше дружно. Веселый хоровод получился на славу. Мероприятие с конкурсами и танцами не только смогло согреть каждого, но и рассказать о русских народных забавах. Об успехе праздника ярче всего говорили улыбки детей и радость их родителей. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ.